Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить собаку грызть вещи. Ваш питомец снова погрыз вашу любимую обувь или испортил своими зубами книги, и это при том, что собака уже взрослая и совсем не щенок. Не отчаивайтесь, мы знаем, как вам помочь. Даже взрослого лающего друга можно отучить грызть вещи. Как это сделать, сейчас расскажем. Самый простой способ отучить собаку от вредной привычки грызть то, что не нужно, ограничить доступ питомца к тому, что он грызет. Уберите из поля зрения собаки вещи, которым она проявляет интерес. Обувь, книги, провода, бытовые приборы, мелкие предметы. Чем меньше соблазнов у вашего любимца, тем лучше. Порой собака начинает грызть вещи, потому что ей не хватает своих игрушек. Купите любимцу специальные игрушки и лакомства, которые он может грызть столько, сколько захочет. Теперь, когда лающий друг будет покушаться на ваши вещи, давайте ему взамен игрушку. Не забывайте хвалить питомца, когда он играет со своими игрушками. Так собака приучится грызть только специально предназначенные для этого предметы. Питомец может грызть вещи, потому что недополучает необходимых витаминов и минералов. Питание животного должно быть сбалансированным и разнообразным. Присмотрите рацион вашей собаки, возможно, любимцу чего-то не хватает. Еще одна причина, из-за которой питомец может грызть вещи, это проблемы с зубами. Например, такие, как смена зубов, зубной камень, кровоточивость десен или повреждение зуба. Если вы заметили эти заболевания у своей собаки, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Часто собака грызет вещи из-за избытка энергии. Больше гуляйте и играйте с питомцем. Помните, чем активнее собака на улице, тем спокойнее она дома. Не забывайте включать в каждый выгул элементы дрессировки. Постарайтесь физически разгрузить животное на прогулке, тогда дома у него не возникнет желания погрызть ваши вещи. Теперь вы знаете, как отучить собаку грызть вещи. Следуйте перечисленным советам и помните, что взрослый лающий друг не будет покушаться на ваши вещи без особой на то причины. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!